Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это мастер-класс от мужской компании. Сегодня мы находились у Зауральской реки и ловили окуня на балансир. Чаще всего у нас работал балансир классический, Lucky John, вот такой под окуня. И поэтому мы решили о нем поговорить побольше, как бы половить на него почаще, я бы сказал. Вот. То есть мы имеем классический балансир Lucky John. То есть это классическая форма, это с тройником посередине. Тройник у нас с капелькой здесь. Вот. Тройники, кстати, можно здесь, они отстегиваются, их можно менять. Мы видим массивные, вот сейчас поудобнее все-таки, дует ветерок, сейчас вот тучки отгонит, и у нас появится солнышко. То есть мы видим здесь вот хвостовое оперение пластмассовое, оно, кстати, бывает красного или белого, прозрачного в смысле цвета. И вот это оперение, оно дает вот эту вот плавучесть балансиру при взмахах. Вот мы видим здесь мощные крючки, носовой и хвостовой, достаточно качественное покрытие, то есть краска не сбивается, не отбивается, довольно-таки устойчивая, и цвета хорошо подобраны. Но мы сейчас разговариваем именно вот об этой модели. Это балансир Lucky John классический. Другие модели, которые у нас здесь вот есть, мы сегодня о них не будем говорить, а начнем вот с этого балансира. Вот. Ну и попробуем. Мы сделали ряд лунок, и именно сегодня вот будем сосредотачиваться именно на ловле вот этим балансиром. То есть вот мы дошли до дна и чуть-чуть поднимаем сантиметров 20-15 и начинаем делать взмахи. Кстати, вот если мы двигаемся по лункам, то, наверное, нам не будет неудобно вот на коленках стоять возле лунок. Хоть мы и используем вот такие наколенники для того, чтобы коленки не промокали и у вас потом ничего не болело. Вот, мы делаем взмах сантиметров 20-15, не надо его делать такой агрессивным. И задерживаем, делаем паузу там 3-4-5 секунд. Кстати, можем подняться повыше, то есть мы сделаем, поднимем балансир повыше и также будем делать взмахи. То есть, если вам неудобно вот так на коленках сидеть, и вы активно двигаетесь, то вот с такой длинной удочкой, с таким удильником, удобно вот так вот встать. Спина у вас не напрягается, удильник длинный, сантиметров 80. И вы спокойно делаете взмахи, сделав там примерно 5, 6, 7 взмахов. Если не последовало поклевки, вы можете спокойно перейти на другую лунку. Вот, классический балансир. Он не делает таких больших каких-то уходов в сторону. Он примерно в одном месте делает такие небольшие восьмерки, круги. И потом возвращается в точку. Если вы сделали взмахов 5, поклевок не последовало, то надо двигаться дальше. То есть рыба вряд ли здесь уже стоит. Вы можете на эту лунку вернуться, допустим, поменять балансир, взять другого размера, другой расцветки, потому что было подбитие, окунь все-таки есть, похоже, а может быть даже и щука. Все-таки похоже мелкий окунь, его здесь много. Вот и что-то есть. Вот самое страшное, это когда балансир за край лунки у вас цепляется. Вот, ну не крупный окунь, как я говорил, он бьет в этот тройничок. Мы видим, балансир под окуня, вот под малька окуня, троечка Lucky John работает сегодня. Вот. Даже не знаю, что сделать с этим окунем. Давайте, наверное, отпустим. Будем брать что-то покрупнее. Мелковат. Тем более, что мы не сильно его поранили. То есть, ну вот, 100-граммовый окунь. Ну вот у нас, похоже, сегодня вот этот вот балансир, троечка Lucky John, очень хорошо работает, потому что окунь на него очень прекрасно сегодня отзывается. Ого, вот это что-то уже, это щука, похоже. Вытесни. Вау, нет, это окунь, такой хороший добротный окунь. Вот это как раз то, что мы искали. Замечательный такой, грамм, наверное, на 500, на 600 он еще бьется. Ну вот если посмотреть, вот Сергея мы сейчас попросим, Сергей,
Мы видим, что балансир заглотил он хорошо, потому что удар был по руке прямо, и мне даже подсекать не надо было. Сейчас единственное, что я боюсь, что нам нужен будет экстрактор. Вот я здесь вот сейчас. Мы будем проводить операцию сейчас этому окуню. Нежно и аккуратно. Вот он ударил в носовой. Конечно, надо экстрактор, это я все делаю неправильно, но мне просто уже идти лень. Вот, тройник мы вытащили, чтобы он нам не мешал. И мы все, практически, вот, освободили. Вот он, красавец. Это то, что мы искали. Это балансир Lucky John. Он очень хорошо работает на данном водоеме, в данном месте, на такой вот глубине. Ловите окуня и щуку на балансиры Lucky John. Это достаточно качественные и уловистые балансиры. Это был мастер-класс. С вами был Егоров Вячеслав. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите нас на YouTube, и вы всегда будете в курсе рыболовных событий. До свидания, пока!